Послание к евреям, 10 глава, 15 стих. Об этом свидетельствует нам и Дух Святой. О чем же свидетельствует нам Дух Святой? О том, что описано выше. О том, что жертва Иисуса Христа является жертвой совершенной, покрывающей все грехи. Здесь используется уникальное греческое слово «мартюрио», которое используется 70 раз в Новом Завете. И всегда в контексте правомерности одной личности по отношению к другой личности. Например, когда Иоанн свидетельствует о том, что Христос является Мессией. И здесь используется то же слово «мартюрио». Он подтверждает, что Христос есть Спаситель. Или тогда, когда церковь избирает диаконов, то церковь свидетельствует о том, что это достойные христиане, способные совершать это служение. И здесь используется это же самое слово по отношению к Духу Святому. Дух Святой, будучи личностью, свидетельствует о том, что Иисус Христос и Его жертва являются совершенной. Об этом вы можете также узнать более подробно в моей проповеди о Духе Святом, которая размещена на моем канале. Но мы же с вами говорим о том, что Дух Святой свидетельствует, что мы веруем в совершенную жертву, способную покрыть все наши грехи. Да благословит нас Господь!